Добрий вечір. Наш ефір продовжує програму «В полі зору транспорт». І сьогодні у нас в студії експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури Ігор Житінський. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Пане Ігор, нещодавно на сайті Міністерства інфраструктури з'явився проєкт закону, який стосується пасажирських перевезень. Що прагнуть змінити цим законом? Та які, на вашу думку, будуть наслідки, якщо його прийматимуть в тому вигляді, в якому він є зараз? Ну, на сайті Мінінфраструктури виставлені 4 нормативних акта. Це прикази, накази, щоб нашим телезрителям було понятно. Йде річ об змінені функціонування системи автовокзалів, змінені функціонування пасажирських перевозок, змінені взаємоотношення між пасажиром автовокзалами и пассажирами и автоперевозчиками. На самом деле идет полная разбалансировка системы управления транспортной отраслью. Под видом либерализации и дерегуляции фактически вносятся такие изменения, которые, по мнению экспертов разных организаций, как и которые представляют и инфраструктуру транспортную, как и представляют пассажирские перевозки, данное изменение полностью, скажем так, снивелирует все те позитивные достижения, которые были в транспортной отрасли. И это не может нас не настораживать, и мы от всего экспертного сообщества Украины направляем свои обращения и к министру Амельяну, и во все ведомства, которые занимаются подготовкой данных поправок, что нельзя в таком виде принимать данные изменения. Чтобы было понятно, о чем идет речь, я буду говорить простым языком, чтобы это было понятно нашим телезрителям. Что касается автостанции. Упрощается, значит, режим получения аттестации автостанциями. Фактически для аттестации теперь по проекту не надо иметь договор аренды земли. По большому счету можно на любой автостановке поставить будку, написать на ней автостанция и получить на нее разрешение работать. Фактически, то есть в таком порядке поставить будку и получить разрешение? Ну, я же говорю, что отменяют обязательное право заключения договора на аренду земли. А какая автостанция может быть без земли? Ну да. И вы же поймите правильно. Это о чем говорит? Это идет прямое уклонение от уплаты налогов в местные бюджеты на землю. Полностью. А автостанции, это же они, как правило, занимают очень большие объемы территории. Транспорт, габариты. Да, они являлись очень существенным плательщиком налога на землю. Также что меняется? Также меняется взаимоотношение между автостанцией и перевозчиком. Перевозчик сейчас, по тем изменениям, которые предлагаются, может отправляться откуда хочет и ехать куда хочет. Так называемый полностью либеральный рынок. И помимо того, что если мы бились за то, чтобы рынок пассажирских перевозок был прозрачным, чтобы победитель определялся на конкурсной основе, и чтобы была понятная система, почему он является победителем, то сейчас фактически этими изменениями полностью уничтожается эта конкурсная система, и вводится такое понятие, как общественные и коммерческие перевозки. О чем идет речь? Значит, перевозчик хочет работать, например, по маршруту Николаев-Одесса. Он собирает пакет документов, которые необходимы, и не на конкурсной основе, а путем заявительного соответствующий орган подает документы, и соответствующий орган, это исполнительная власть, либо орган местного самоуправления, должен ему выдать разрешение на обслуживание этого маршрута. А может отказать? Если только может только знать только по формальным причинам, если не весь пакет документов. Но опять же, в законе указано, что перевозчик имеет право в течение какого-то времени донести документы или исправить и повторно сдать. Ну, и что получается? Так и что самое интересное? Помимо того, что это нарушает закон об автомобильном транспорте, потому что в законе об автомобильном транспорте четко сказано, перевозчики на все маршруты определяются путем конкурса. И к нему выставляются определенные требования, он должен соответствовать этим требованиям, и более достойного должны выбирать на конкурсной основе. Здесь мы уходим от конкурсной
основы к заявительной, и что даже прописывают. И прописывают даже такой механизм, что если по этому маршруту ездит перевозчик, и по этому же графику, время отправления, то это не является основанием для отказа другому перевозчику, то же самое по этому маршруту и по этому графику ездить в такое же время. Понимаете? То есть перевозчики могут выбрать себе выгодные маршруты, а какое-нибудь забитое село Новоалександровка, например, просто так назвала это название. То есть я вот не хочу, там дорога плохая, не хочу туда ездить и не буду. И все, и транспортного сообщения нет? Да. Получается, скажем так, давайте скажем прямо, если у нас на сегодняшний момент при довольно-таки жестком законодательном регулировании государственные органы бездействуют, и у нас процветают нелегальные автостанции, у нас процветают нелегальные перевозчики, бездействует государственный механизм регулирования, а здесь пытаются еще и наоборот его ослабить. Так если он не работал, когда было жесткое регулирование, то мы можем подумать, нам говорят, европейская практика такая, что так давайте тогда откажемся от полицейских в городе. Все у нас знают законы, что нельзя грабить, убивать. Давайте тогда распустим полицию, для чего она нужна, все же должны выполнять законы, из такой логики исходить. Поэтому эти нововведения, которые предлагаются Министерством инфраструктуры, фактически, я считаю, они не то что пагубные, они направлены на то, чтобы... скажем так, сделать транспортную отрасль нерегулируемой. И сейчас трудно загнать в сторону. Да. Так, понимаете, и в чем проблема еще, которая коснется наших пассажиров? Сейчас проезд, тариф на проезд отпущен. Фактически для пригорода, межгорода, межобластных маршрутов тариф на проезд определяет перевозчик согласно своей экономической целесообразности, обоснованности. Государство никак не влияет на ценообразование проезда, только на городских перевозках. Сейчас получается, они говорят, мы сделаем коммерческие перевозки и общественные. Значит, на коммерческих перевозках перевозчик должен на свой страх и риск возить всю социальную группу населения, которая имеется льготы, но государство ему ничего компенсировать за это не будет, потому что это называется коммерческие рейсы. И он должен возить как хочет, куда хочет, но государство ему ничего за это не компенсирует, за перевозку льготной категории. Но государство подразумевает, вози как хочешь, вози по какой хочешь цене. Получается, делать так, что с тех, кто оплачивает проезд, ты бери в три раза больше, чтобы компенсировать льготчиков. Понимаете, сталкивает лбами как государство. А второй механизм – это так называемый общественный транспорт. Это общественный транспорт, который заказчиком является органы местного самоуправления. Вот на те маршруты, которые вы сказали, они должны выставляться на конкурс. И путем, если сейчас конкурс проходит путем бальной системы, например, если у человека новый транспорт, это одни баллы. Если у человека сейчас обязательно медики, механики, проходят техосмотры машины, все, это все в баллы, и вырисовывается общая картина бальной системы. То сейчас полностью эту бальную систему убирают. И победителя на общественных маршрутах будет определять путем простого голосования. Не, чисто не объективно, а субъективный подход. Вот захотели мы Иванова избрать, избрали. Потому что критериев для того, чтобы... Нам хочется, чтобы просто Иванов работал по этому маршруту. А органы местного самоуправления с этим перевозчиком, это называется перевозки будут общественные, будут заключать договор на компенсацию льготного проезда. И тут еще интересную практику они хотят внедрить. Практика так называемого... Я вот себе пометил такие ноу-хау, как особые условия перевозок. И что это? Особые условия перевозок – это заказчик имеет право не допускать на те маршруты, которые обслуживает перевозчик общественный, других перевозчиков. Фактически, условия антиконкурсные, условия антидемократические, получается, органы местного самоуправления может на свой рассудок одним перевозчикам давать работать на рынке перевозок, а других просто устранять. Поэтому настолько нормы, противоречащие всем другим нормам и законам, что я не знаю, кто это, для чего это писал такие поправки, но то, что это явно неконкурентную среду создают, я вам хочу сказать более, мы с этим боролись 10 лет назад, и я хочу вам сказать, что кто писал эти поправки, они фактически прописывают схемы тенизации денег.
они полностью от демократических процессов определения победителей вгоняют нас в поле, ну, чтобы по теневым схемам решать вопросы с органами исполнительной власти, кому и где работать. Ну, по сути, мой вопрос о том, с чем связаны эти изменения, кто стал инициатором, тут уже как бы, ну все, он теряет абсолютно свой смысл. Но тем не менее интересно, кто все-таки автор всех этих изменений, кто автор проекта закона. Это, скажем так, представители департамента транспорта при Министерстве инфраструктуры. Я вам хочу сказать... Что не понимают вообще, что делают? У нас есть такое... Мы когда с экспертами в Киеве общались по поводу, почему такие нововведения всплыли, и почему они от имени министерства преподносятся обществу, и перевозчикам, и потребителям, у нас есть такое подозрение, что заказчиком таких нововведений является, скажем так... Европейские компании, которые рассматривают рынок Украины, все-таки как бы ни было, но это 40 с лишним миллионов населения. У европейских компаний сейчас есть проблема с реализацией своего устаревшего подвижного состава, а по меркам Украины этот подвижной состав, ну, как можно сказать, очень даже хороший. Чтобы вы понимали, в какой сейчас ситуации находится Украина. В Украине сейчас ни один завод не выпускает автобусы межгородского сообщения. У нас и Богдан, и Эталон, и все остальные заводы прекратили выпуск автобусов межгородского сообщения, которые должны соответствовать критериям Евро-5, на которые на себя взяла Украина. Это, собственно, как они должны выглядеть? В чем их отличие? Отличие как по безопасности, отличие по экологии, ну, технологически. Скажем как. Украина автобусы не выпускает межгородского сообщения. То есть автобусы большей вместимости, по сути, да? Ну, или скажем так, они более комфортные. И автобусы, которые мы могли бы завести за границей, Украина тоже поставила шлагбаум, что мы ниже Евро-5 завести не можем в Украину автобусы. А на минуточку, чтобы вы понимали, автобус Евро-5 с Евросоюза, которому сейчас 8-10 лет, он стоит сейчас 80-100 тысяч евро, даже бэушный. И вы представляете, у них этот рынок сейчас, как, ну, а в Евросоюзе у них совсем же другой уровень жизни, у них этих автобусов сейчас очень в большом количестве освобождаются. Пока у нас здесь будет твориться непонятно что с реформированием транспортной отрасли, потом Евросоюз заставит нашу власть принять для иностранного перевозчика какие-нибудь решения, которые, например, там 1000 или 2000 автобусов с Евросоюза зайдет сюда на рынок Украины. С одной стороны, нам объяснят, это же конкуренция, это будет направлено для наших пассажиров, но то, что это убьет полностью наших всех перевозчиков, я объясняю, что рынок у нас полностью неконкурентный. Я говорю, в Украине автобусы не выпускаются, завести мы их с Европы не можем, потому что стоит мораторий на завоз этих автобусов с Европы. И получается, все делает для того, чтобы сейчас разбалансировать систему, фактически положить наших перевозчиков, создать для них условия, чтобы они не могли конкурировать, чтобы они ушли в теневой рынок. А потом, когда это уже начнет взрываться, эти неприятности, появится благодетель в лице Евросоюза, зайдет крупная европейская фирма, которая фактически уничтожит полностью весь сегмент пассажирских рынок на территории Украины. Я не хочу сказать 100%, что так это и будет, но по нашим прогнозам и тем действиям, которые происходят, мы можем предполагать, что именно такой сценарий на Украине сейчас разыгрывается. Ну, заявлен это закон, он на первый взгляд, да, по крайней мере, в общем-то законопроект, ну, вот как вы сказали, полностью либерализует процесс получения документов, и, в принципе, по большому счету, определенным перевозчикам он очень даже на руку. Он на руку перевозчикам нелегально. Я вам объясню, почему этим законопроектом вводится такое понятие, как перевозка за собственный счет. Это вот, если мы раньше боролись, почему не выдаются билеты, почему отправляются откуда хотят, везут куда хотят пассажиров. Теперь, если контролирующий орган останавливает автобус, а у него нет разрешительных документов на перевозку пассажиров, он говорит, я это везу за свой счет,
мы едем на пикник, ну или там все это, и ко мне претензий никаких нет. А фактически закон ставит не легального перевозчика в рамки, а он легализирует нелегального, чтобы у того не было проблем, не было проблем. Фактически сейчас делается все, чтобы нелегальные перевозчики убили легальных. И что немаловажно, в этих изменениях есть такая норма, что пассажир не обязан покупать билет на автостанции. Он может покупать билет как у водителя, как где ему вздумается. О чем это идет речь? Что, то есть никаких гарантий у пассажира нет? Помимо того, что гарантии, фактически весь наличный как бы оборот денег в транспортной сфере фактически уходит полностью в тень. Получается, если бы мы понимали, что, например, если бы в каждом автобусе находился там терминал, который ну, оплачивают и выдают чек, ну, вопросов бы не было. Но это мы прекрасно понимаем, что это из области фантастики нашей ситуации. Фактически полностью законопроекты направлены на тенизацию рынка, ухода от уплаты налогов, и что самое страшное, это делается сознательно. Делается сознательно. Поэтому я не знаю, будет принято эти решения или нет, потому что я знаю, что все профильные ассоциации возмутились, потому что тут бы, кроме как нелегальных перевозчиков, здесь никто этим законом не может быть доволен. И в первую очередь это ударит по местным бюджетам, потому что даже те копейки, которые платили за налоги за землю, которые платили налоги с билетов, они все уйдут в тень деньги. Ну хорошо, пока мы говорим о том, что это проект закона, а есть ли перспектива действительно, что вот вы представители разных ассоциаций, которые работают в этой сфере, что вы соберетесь и законопроект так и останется проектом, или может быть какие-то здравые правки в него внесутся для того, чтобы он действительно мог претендовать на что-то? Мы сейчас обратились к министру Амельяну с просьбой 6-8 числа провести встречу с представителями общественного совета при Министерстве инфраструктуры, именно с транспортным направлением. Мы подготовили от всех областей, подготовили от всех организаций, скажем так, большое количество зауважений, и мы показываем несоответствие данных норм действующему законодательному полю. То есть вот эта кипа бумаги, которую вы сейчас взяли в руки, это вот эти все несоответствия? Ну, мы здесь указываем, что проекты, которые предлагаются, они не соответствуют, например, там, закону об автомобильном транспорте, закону о государственных закупках и так далее. Потому что эти нормы, они как бы взяты из европейской практики, это взял за основу турецкий опыт, но вопрос заключается в том, что Украина, у нас свой менталитет, у нас своя система регулирования. У нас свои особенности. И то, что, например, если в Турции какие-то механизмы работают удачно, это не факт, что они будут работать в Украине. Я вам привожу пример. Если у нас сейчас вроде бы жесткая система регулирования, но это не мешает открываться нелегальным автостанциям, работать по черному перевозчикам, и государство самоустранилось от наведения порядка. А нам теперь говорят, давайте мы узаконим все эти процессы, и чтобы у нас стали все перевозчики нелегальными и не платили налоги, и все автостанции стали работать под черным флагом. Вот к чему нас ведут. А скажите, вот этот новый закон, проект закона, он предусматривает хоть какой-то контроль за перевозчиками? Или вот... Я вам хочу сказать, это будет... Никак не выйдет. Вопрос, ну как, по большому счету только остается один контроль, это за соблюдением правил дорожного движения. Ну это что и сейчас полиция может останавливать, следить, что и будет тогда. Я вам хочу сказать, что очень сильно ограничены функции. Я вот хочу сказать, что касается автостанции, упрощается процедура аттестации. Что касается перевозчиков, перевозчик не на конкурсной основе будет обслуживать маршруты, а на заявительной основе. Получается, фактически делается все то, чтобы государство как можно меньше могло туда вмешиваться. Но вопрос же заключается в том, что государство по своим функциям обязано вмешиваться в те процессы, которые связаны с жизнью граждан. Пассажирский транспорт, он является, скажем так, очень, скажем, связан с рисками, потому что пассажирский транспорт перевозит не просто кого-либо, он перевозит граждан. И поэтому он должен быть под жестким контролем государственной системы, чтобы, если мы сейчас требуем, чтобы автобус выходил на линию исправный, чтобы водители проходили медика, механика,
чтобы они делали соответствующее заключение об исправности автобуса, который выходит на линию, и то сейчас много очень злоупотреблений, то эти нормативные акты полностью от этого отказываются. Получается, стоит у тебя автобус под забором, ну и пусть... И нормально, да. И получается, то, что мы делали все эти годы, чтобы бизнес укрупнялся, чтобы у них были АТП, чтобы там шелся постоянный контроль за техническим состоянием транспортных средств, сейчас это все напрочь убивается. Ну, такая себе махновщина может начаться. А в принципе, хоть что-то хорошее для громады есть в этом законе? Или... Понимаете, мне трудно на фоне того, что я сколько перечислил, сколько есть. То, что с одной стороны упрощается режим открытия автостанции, наверное, это есть позитивно. Но опять же мы говорим, что если вы хотите упростить режим открытия автостанции, то ни в коем случае нельзя снимать аттестацию. Потому что аттестация это, что это подразумевается, автостанция? Аттестация это автостанция, это подразумевается качество услуг. Если, чем выше качество, тем выше уровень аттестации автовокзала. Это нельзя. Ни в коем случае нельзя, на наш взгляд, отменять требования, чтобы у предпринимателя, который хочет открыть автостанцию, были договорные отношения с местными органами власти. Он должен брать в аренду землю, должен заключать договор, только после этого ему должны давать разрешение на открытие автостанции. Ну, получается просто парадоксальная ситуация, что земли нет, но автостанция есть. Ну, это то, что мы видели на улице Чигрина Пограничной, но это как бы то, мы боролись с этим, говорили, что это все нелегально, а теперь фактически закон такие... Даст им возможность вернуться на место и помахать всем ручкой. Помахать всем ручкой, да. Ну, а в принципе, ну, пока закон не принят, пока это только проект, да, все-таки, скажем так, ваша ассоциация также боролась за то, чтобы этот вокзал нелегально ушел или вернулся на место, где он должен был находиться. Каковы результаты этой борьбы на сегодня? Я вам хочу сказать большое спасибо общественникам Николаева, которые очень активно включились в эту работу. Это и Денис Барашковский, и его товарищи, которые фактически взяли под жесткий контроль выполнение законодательства всеми субъектами. И они заставили Укртрансбезопасность выполнять свои государственные функции. Они сюда заставили приехать замначальника украинской службы Укртрансбезпеки, который лично разбирался в этом вопросе. На сегодняшний момент я могу сказать, что совместными усилиями у нас получилось снять это напряжение с остановки улицы Пограничная, бывшая Чигрина, и автобусы на Одессу отправляются теперь с автостанции, которая немножко ниже. Ну, совсем недавно, буквально неделю назад, мы встречались с Денисом Барашковским и брали интервью у него как раз на фоне вот этой остановки. Во время разговора к нам подошел молодой человек и сказал, говорит, ну, что вы здесь, ну, вот что вы поменяли, ничего, мы еще вернемся на свое место. В общем-то, да, проект закона дает им возможность вернуться на свое место. Просто вот почему нас это и возмущает, что фактически закон написан не для легального бизнеса, не для требований громады. Я задаю себе вопрос, если вы готовили такие нормативные акты, почему вы не собрали экспертное сообщество, сказали, ребят, вот есть у нас такое желание что-то изменить в этих положениях. Давайте с вами обсудим, правильным путем мы движемся или нет. Получается, фактически были проигнорированы все те здравые предложения, которые от экспертов озвучивались в министерстве. Непонятно откуда достали непонятные нормы закона и положений и наказов. Вносятся это на рассмотрение, которые, я насколько знаю, уже сейчас практически все областные ассоциации транспортные возмущены данными изменениями. Потому что если мы все боролись, и у нас проблема была нелегальных перевозчиков, но у нас как бы с переменным успехом, то, ну, то удавалось навести порядок, то не удавалось, но хоть и шла какая-то поступательное движение, то фактически этими изменениями все наши усилия, они просто обречены на провал. У нас осталось не так много времени, буквально 1.5-2 минутки. Вот у меня последний вопрос к вам. А внесли бы вы какие-то изменения в существующее законодательство, или бы вы его все-таки ужесточили в плане ответственности? Понимаете, я, может быть, скажу непопулярные вещи.
Если государство не может выполнять те функции, которые на него возложены, законы на самом деле в принципе нормальные. В принципе, нормально. Но они просто не выполняются. Я же говорю, если сейчас те органы государственные, прокуратура, полиция, Укртрансбезпека, если она сейчас не может повлиять на нелегальных перевозчиков, ну, не может их приструнить, если она сейчас не может повлиять на нелегальные автовокзалы, которые фактически уходят от уплаты налогов, государство видит это, но ничего не делает, то какие мы законы бы принимали, какие изменения, а ничего ситуация не изменит. Мы сначала должны заставить контролирующие органы государства выполнять свои функции. Понимаете, у нас, давайте скажем так, сейчас с каждым месяцем ситуация на дорогах все ухудшается и ухудшается. Почему? Потому что никто не несет наказания за, скажем так, нарушение правил дорожного движения. Ни для кого не секрет, ты в Европе едешь, там на каждом шагу нет полицейского, там стоят видеокамеры. Ты нарушил правила движения, ты подъехал, тебе машину остановили, сказали, будьте добры, пока вы не оплатите 300 там, или 500 евро штрафа, ваша машина дальше не поедет по территории Евросоюза. И все. И все ездят, никто на встречную не обгоняет. Все едут по правилам, потому что все прекрасно понимают, что будет наказание. У нас, казалось бы, элементарные вещи, но никто законы не выполняет. Ну що ж, будемо сподіватися, що ми колись досягнемо рівня Європи, і так само буде у нас і відеокамери, відеоспостереження, і робота контролюючих органів. Я дякую за те, що завітала до студії, дякую за відповіді. Спасибо. На все добре.